Всем привет, с вами Макс, добро пожаловать ко мне на канал, и с сегодняшнего дня мы начинаем обозревать не только оборудование, плагины, но теперь еще и бас-гитары. И первым будет сегодня у меня в руках LTD Stream 204. Вот такой вот необычного форм-фактора инструмент. Чем-то напоминает мне Thunderbird. Очень красивая такая сексуальная гитара. Дека гитары, сделанная из красного дерева. Гриф выполнен из клёна, накладка палисандр. Колки установлены LTD, точно так же, как и бридж. И, собственно, звукосниматели здесь установлены ESP-шные. Цвет фурнитуры хромированный. Мензура 34 дюйма, 21 лат. Гриф болчёный, прикреплен на 5 болтах. И отсек для батарейки, поскольку здесь активная электроника, выведен отдельно, что, кстати, достаточно большой плюс. По электронике у нас здесь ручка громкости, ручка баланса между звукоснимателями и, собственно, активный двухполосный эквалайзер. По конструкции, что здесь можно сказать интересного? Во-первых, ну, помимо того, что гитара выглядит действительно очень необычной, на мой взгляд, действительно красивый инструмент, хотя красота вещь достаточно спорная, возможно, кто-то со мной не согласится, но мне гитара внешне очень понравилась. Есть пара необычных особенностей, связанных с вот таким форм-фактором. Во-первых, я вообще внешне думал, что такая гитара будет не очень удобна для игры пальцами, а для медиатора самое то. Но я ошибался. На мой взгляд, как раз-таки дело обстоит наоборот. Дело в том, что когда вы играете медиатором, имеет значение вот эта часть деки. То есть в обычных, скажем так, форм-факторах вот эта часть деки чуть меньше, то есть вот этот вот радиус находится чуть дальше, и, соответственно, вам нет необходимости сильно выпячивать локоть и плечо вперед для того, чтобы здесь как-то в нормальной позиции держать руку. Здесь этот радиус находится несколько выше, и мне приходится, например, для того, чтобы нормально играть, чуть-чуть задирать локоть. В принципе, такая проблема может быть для людей с маленькими руками, как я, допустим, да, у меня рост 1,68 м, соответственно, предплечья и руки у меня маленькие. Если у вас руки огромные, то, возможно, для вас вот именно как раз-таки такой форм-фактор для игры медиатора подойдет больше всего. Но, вопреки моим опасениям, именно игра пальцами здесь прям вот отличная. Опять же, за счет вот этого вот выступа предплечье сюда кладем и, соответственно, в одной позиции приблизительно играем на всех четырех струнах. Очень удобно. Гриф достаточно стандартный, радиус у него небольшой, и по ширине он тоже достаточно компактный, поэтому, в принципе, я думаю, будет удобно. И мне еще нравится вот такого рода инкрустация, напоминающая мне спектровскую инкрустацию, как на моей рабочей гитаре. В принципе, выглядит очень красиво. А теперь давайте послушаем этот инструмент. Я хочу, конечно, поблагодарить компанию ESP Guitars за то, что они предоставили нам этот инструмент для сегодняшнего обзора. Надеюсь, этот обзор был для вас полезным и интересным. С вами, как всегда, был Макс. До встречи в следующих видео. Пока!